Бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиулу Карачаева обвиняют в халатности. По данным следствия, управляющая компания «Лидер» и Министерство природных ресурсов и экологии республики подписали два соглашения в 2018 году по работе регионального оператора с отходами. Несмотря на то, что в соглашении юридически были прописаны банковские гарантии, фактически у общества их не было. Кроме этого, компания сбрасывала мусор на незаконную свалку в пригороде столицы. При этом было похищено более 235 миллионов рублей. Следствие обвиняет Карачаева в халатном отношении к работе и бездействии, поскольку региональное министерство природы под его руководством не проконтролировало исполнение лидером возложенных обязанностей.